А теперь о выпускниках крупнейшего в нашем регионе светского образовательного учреждения. Накануне наша съемочная группа побывала на официальной части праздника, который провели в киноконцертном зале «Панорама» для выпускников Академической гимназии имени Павла Павловича Максимовича Тверского госуниверситета. Выпускной – одна из самых важных и запоминающихся церемоний в жизни выпускников Академической гимназии имени Павла Павловича Максимовича Тверского государственного университета. За спиной остаются интересные годы обучения, впереди целая жизнь, огромный открытый мир и море возможностей. Своими эмоциями и планами ребята готовы поделиться прямо сейчас. Обучение удалось, и нужно стремиться дальше, немножечко передохнуть и поступать в высшее учебное заведение. Историческое образование, история, литература, культура, потому что это важно и нужно. Если мы не знаем прошлого, то не построим будущего. Мой любимый предмет – это информатика. Я считаю, что я вовремя определился и выбрал эту профессию, это направление, потому что сейчас это очень важно. Важно развивать свою страну в этой отрасли, в IT-технологиях. Этот выпуск является 9-м в истории Академической гимназии имени Павла Павловича Максимовича ТГУ. Он самый многочисленный и этим отличается от всех предыдущих. Всего 107 выпускников. Коллектив гимназии смог реализовать свой профессионализм, смог, если угодно, реализовать свое предназначение, выпустив во взрослую жизнь столько замечательных наших детей, которые, я уверен, станут гордостью и славой и нашего университета, и нашего Тверского края, и нашей страны. За годы обучения в Академической гимназии имени Павла Павловича Максимовича ТВГУ дети получили знания, которые позволят им поступить в лучшие вузы страны и получить высшее образование. Важно, чтобы молодые люди не потеряли связи друг с другом и помнили своих учителей. Ученик – это отражение учителя, это наше продолжение. И глядя на наших детей, мы видим, что у нас прекрасное будущее. Они и умны, и талантливы во всем. Теперь и родителям придется отпустить своих детей во взрослую жизнь, позволить им принимать решения и отвечать за свои поступки. Впрочем, по мнению старшего поколения, их дети к этому давно готовы. Ребята очень серьезные, очень сильно готовились, скажу так, да, бойцы, учебные бойцы. Только с таким настроем покорится любая высота. Главное – этого захотеть. Уверены выпускники, которые в скором времени станут уже студентами вузов.